друзья! Рада, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня вы узнаете о русском сериале «Спасская. Проклятое золото». В 10 серии «Проклятое золото» русского сериала «Спасская», который вышел на экраны 5 октября 2020 года, мы увидим следующее событие. Чтобы разобраться в деле, Спаской и Ильину придется выяснить обстоятельства самоубийства таможника Бориса Лишанского. Оно произошло в тот же вечер, что и убийство Радченко. Да, и дом Ольшанского находится недалеко от того места, где было найдено тело. Но поскольку следователь Аверченко, который ведет дело Ольшанского, не собирается помогать коллегам, им приходится рисковать и проводить собственные тайные расследования. Спасибо вам, что посетили наш канал, а также мы благодарим каждого за активность на нашем канале. До скорой встречи!